Команда «Динамо ВЧ» пока находится на второй строчке турнирной таблицы. И, казалось бы, встреча с аутсайдером турнира не должна сильно беспокоить спортсменов. Однако футболисты уверены, в спорте все может поменяться в любой момент. И отстающий «Арсенал» может вырваться в лидеры. Поэтому к каждому матчу необходимо серьезно готовиться. В первом круге мы их очень крупно выиграли, но все равно на каждый матч готовимся. То есть, что получается, что-то пробуем новое. То есть готовимся к главным матчам. Первые 20 минут первого тайма команды шли на равных, но в итоге «Динамо ВЧ» ожидаемо захватили инициативу и на перерыв ушли с отрывом в 2 мяча. Впрочем, «Арсенал» не был намерен сдаваться. Сезон выдался просто неудачный. Было много травм, различные семейные обстоятельства у игроков. Но продолжаем бороться. Ну, надеемся дальше играть и побеждать. Но победить в этом матче «Арсеналу» так и не удалось. Уже на первых минутах второго тайма «Динамо ВЧ» закрепило свое преимущество, отправив в ворота противника еще 3 мяча. Но и на этом спортсмены не остановились. Закончили матч с разгромным счетом 7-0. Всего в чемпионате города по футболу принимают участие 14 команд. Расписание игр можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Федерации футбола города Сарова. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.